Мировые цены на золото поднялись почти на 4%. Это наивысший скачок за последний год. Эксперты объясняют это беспокойством инвесторов в связи с финансовой нестабильностью и низким курсом доллара. Трейдеры говорят, что ситуацию подстегивает рекордное падение котировок акций европейских банков. Это происходит на фоне опасений по поводу прибыльности финансовых учреждений в условиях медленного роста экономики и низкого уровня процентной ставки. В четверг стоимость наличного золота поднималась на 3,6% до $1240 за унцию. Это самая высокая цена с февраля прошлого года. Мы наблюдаем очень большие потери на азиатских и европейских фондовых рынках, и это привело к большому спросу на золото. Также есть опасения, что цены на золото опустились, а теперь снова повышаются, и трейдеры могут упустить момент. Поэтому на рынке золота мы видим и некоторые спекуляции. Тем временем акции золотодобывающих компаний в этом году в лидерах роста. Конечно, рост, который мы наблюдаем, не означает, что цена будет расти на $60 каждый день. Но тренд теперь на повышение, что стимулирует дополнительные продажи на основе динамики. В ближайшее время цена будет только расти. Повышается цена и на другие драгоценные металлы. Так, стоимость унции серебра выросла на 1,9% до наивысшего показателя с ноября прошлого года. Подорожала и платина на 1,2%.